На объездной дороге в районе съезда к Дархимпрому универсал влетел в грузовой автомобиль. Водителю легковой машины понадобилась помощь медиков. Объездная дорога седанка Патрокол, в сторону Тихой движется большегрузный автомобиль КАМАЗ. Водитель едет по крайней правой полосе и старается не спешить, так как в густом тумане фактически нулевая видимость. В районе съезда на Дархимпром он видит впереди себя несколько машин, попавших в ДТП. Водитель начинает притормаживать, чтобы перестроиться на другую полосу. Ну, все мы по одной колонне ехали, по одной линии. Он впереди нас аварий, где машина стояла. Мы ехали, бабах там, остановились. В КАМАЗ врезается ехавший следом автомобиль Toyota Corolla. По всей видимости, водитель в густом тумане не успевает среагировать и затормозить перед остановившимся грузовиком. В результате столкновения находившийся за рулем универсала мужчина получает травму головы. Первую помощь ему оказывают прибывший на место происшествия экипаж скорой, после чего врачи принимают решение доставить мужчину в больницу. Находившиеся в универсале пассажиры покидают место ДТП на попутном транспорте. Во всех обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.